Виноград Пальмира, селекции Бурдака Александра Васильевича. Это совсем новый сорт, то есть новая форма. Кусту всего 2 года. Это первое сигнальное плодоношение. Ягода красная, темно-красная, довольно-таки крупная. Ну, гроздь неплохая для первого плодоношения. Лоза уже начала вызревать. Это на начало августа. Форма, наверное, будет интересная. Вот. Пальмира. Селекция Бурдака Александра Васильевича.